Каждый раз ты думаешь, это последний, последний глупый ход. Теперь поумнела и повзрослела, стерла весь эпизод. Разве не было слишком больно? Можно после этого жить? И ты идешь на кухню невольно, остатки мартини допить. Жалкая роскошь в пустующем доме, один и тот же урок. Нет никого, луны в окне кроме, ты делаешь громче рок. Она поет: детка, побудь со мной, нам вместе так хорошо. Ты веришь словам под вечной луной и наливаешь еще. Детка, я только с тобою, чувствую, как сладко жить. О, жить как ново, но какой ценой? И что ты смогла оплатить? И что ты смогла оплатить? Ах, музыка — это иллюзия, реальности родная сестра. Не важен текст и к черту аллюзии, лишь бы забыть про вчера. Про то, как, слушая песни кого-то, попалась на знакомый крючок. Мужская игра, рыбалка, охота, ты разве еще новичок? Ведь карты и правила были изучены тобою давным-давно. Такое, казалось, до первого случая бывает только в кино. А вот дел, детка, побудь со мной, нам вместе так хорошо. Ты верила словам под вечной луной и выпивала еще. Детка, я только с тобою, чувствую, как сладко жить. А жить как ново, но какой ценой? И что ты смогла оплатить? У всего на свете есть срок годности, даже у подружки луны. Короткий от безысходности, он утром натянул штаны. Ты поняла, что он даже не помнит, как там тебя зовут, потому что сказал: «Эй, детка, мне пора, побегу». Утро печально и пахнет разлукой, до вечера скрылась луна. Фильм про любовь ты включаешь без звука и просто сидишь одна. А по радио: детка, побудь со мной, нам вместе так хорошо. Ты веришь словам под вечной луной и наливаешь еще. Еще! Детка, я только с тобою, чувствую, как сладко жить. О, жить как ново, но какой ценой? И что ты? Давай, детка! Детка, побудь со мной, нам вместе так хорошо. Ты веришь словам под вечной луной и наливаешь еще. Еще! Детка, я только с тобою, чувствую, как сладко жить. О, жить как ново, но какой ценой? И что ты смогла оплатить? И что ты смогла оплатить? И что ты смогла оплатить? Алло, Тань, ты что сейчас делаешь? Приезжай. Да одна. Ну что делать будем? Ну что, крестиком вышивать? Тань, ну что мы будем делать? Да, зайди в магазин. Почему 0,5? Ну почему 0,5? 0,7? 2. Давай. Ну жду, да.